Шиночка, за одну копейку. Скоропи.
Софія не хоче здесь жити. Валя, мене мама твоя дуже обіжає. Веди мене к твоєму папу. Змія по дорозі. І Ванька за ней. Змія в лес. І Ванька в лес. Ты что такое говоришь? Да разве я дойду до царства, дворца, на моего
пущай вот от нашего дворца, да до вашего крыльца мост будет хрустальный. От инженерной работы? Да. По такому мосту приедем женихово житье смотреть. Шей меню!
сильно ходит. А из каютки Ванька выпал. И к императору с поклоном. Ваше Велико, позвольте вас и вашу супругу прокатить на данной машинке. Открыть движение, так сказать. Я-то бы ничего, а вот жена-то... Не поеду, страсенька, сронит в реку, так что хорошего? Ваше Велико, надо проехаться, пример показать, а то перед Европой будет конфуз. Рада бы курица не шла, да за крыло была. Царька, царица, встали из каюту. Музыка заиграла, звоночек зазвонил, покатились, значит. Царя да царицу той же минутой качала, так они бы ебать приправились. Ну, те пароходы, что внизу шли с народом, сразу облёванные сделались. Благо, среди моста остановка. Буфет, прохладительный напиток. Царя-то царицу из калитки выняли, так они пожжены, никаких слов не примат. Молодой человек, мы на все согласны. Бери девку, только вези нас обратно. Давай поворачивай. Пожили, помаялись.
до города Парижу. Идут лесами темными, бредут полями чистыми, лезут горами высокими. Сказывает скоро, а идти долго. Вот и город Париж. Вакин дом искать недолго. Стоит среди города. И мост кустарный, как колечко. Ты белый у ворот спрячься. А я в спальне царапнусь. Устроиться знакомо. Мяу! Мадам. Сами, мадам.